Добрый день! Приветствую вас на канале о моде и приглашаю вас сегодня посетить магазин H&M. Эти бренды позиционируют себя как быстрая мода, и поэтому там очень часто выпускают новые коллекции. Поэтому заглянем с вами, посмотрим, что интересного приготовил нам этот бренд, что можно приобрести на сезон весна-лето. Скоро не за горами, уже у нас лето. Готовимся к отпускам, и можно что-то себе приобрести к этому сезону, учитывая, что цены в H&M очень лояльные, и можно позволить себе обновить гардероб. Также, пожалуйста, не забывайте поддержать меня лайком, комментарием, и не забывайте подписываться. Это важно для развития моего контента. И поехали с вами, посмотрим, что интересного нам предлагает магазин H&M. Посмотрим с вами вначале, что одето на манекенах. И в самом начале представлен вот такой интересный костюм, жакет в цвете слоновая кость и стоимостью 80 евро. Это из новой коллекции. И к жакету можно приобрести классического покроя брюки стоимостью 50 евро. Модные в этом сезоне джинсы прямого покроя и в H&M с необработанным краем стоимостью 26 евро. Кстати, очень красивого цвета деним, обратите внимание, и цена более лояльная. Сатиновые юбки уже несколько лет в моде, и в этом сезоне, видите, тоже у H&M представлены в черном и вот таком вот светло-бежевом оттенке стоимостью 30 евро. Такая повседневная модель, удобная, практичная. Жакет выполнен из ткани лен, очень интересная модель в светлом цвете и стоимостью 45 евро. Бомбер на сезон весна-лето, написано, что ткань вискоза, но на вид кажется, что это льняная ткань. Ну, если на этикетке написано вискоза, значит, будем в это верить. И стоимостью 35 евро. Такой легкий бомбер на прохладное лето или на теплую весну, конечно, очень будет актуален. И из такой же ткани юбка 35 евро. Показываю вам поблизости. Не знаю, как здесь определить вискозу. Я смотрю лен, но написано на этикетке вискоза. На манекене тоже представлен льняной костюм, жакет и брюки, кстати, очень неплохого качества. И жакет, который мы с вами смотрели на манекене, выполнен из ткани лен и стоимостью 45 евро. И здесь видно, что эта ткань лен, как и на предыдущем бомбере. Но на бомбере стоит этикетка вискоза. Топ, очень интересная модель, кстати, подойдет под этот черный жакет, под брюки, под шорты, и топ можно приобрести за 21 евро. Хорошая модель, широкие бретели. Платье трикотажное, но трикотаж не такой плотный, а средней плотности трикотаж стоимостью 30 евро. Усиленные подплечники, также, видите, оно присборено в районе талии. Ну, кстати, неплохая модель, могу вам рекомендовать, и стоимостью 30 евро. По ходу есть аксессуары, тоже с вами будем смотреть интересные серьги в золотом цвете стоимостью 6 евро. Сумка
сделана как под замшу в черном цвете стоимостью 31 евро. Кстати, неплохая сумка, смотрится неплохо. Почему бы ее не приобрести, кому подходит такая модель. Украшение на шею, вот такая объемная цепь стоимостью 9 евро. Мюли в черном цвете на небольшом каблуке и стоимостью 30 евро, но я думаю, что это не кожа, а кожзам. Безрукавка выполнена из ткани лен и стоимостью 30 евро. Одеть на белую футболку будет очень симпатично смотреться для разнообразия. Сатиновая юбка в черном цвете, мы с вами смотрели в бежевом, и также есть в черном цвете 30 евро. Они модные, актуальные уже несколько сезонов. Я думаю, не просто так их перевыпускают, пользуются спросом. И если у вас еще нет такой юбки, присмотритесь, в H&M недорого, модно и красиво. Черно-белая легкая блуза из вискозы и 14% полиамид. Стоимостью 15 евро. Белые джинсы свободного покроя, тоже необработанный край и стоимостью 26 евро. Кстати, очень неплохие джинсы. Присмотритесь, в H&M очень неплохое качество. Легкий топ, такой летящий, свободной походкой, можно сказать, и стоимостью всего 15 евро. Ну, я не знаю, может быть, для молодежи или как второй слой одеть. Здесь показываю вам еще в светлом цвете топ. Также есть джинсы в сером цвете, но белые и синие мне понравились больше. Платье легкое с хорошей ткани на запах, черно-белую полоску стоимостью 35 евро. Корсетный топ выполнен из тканей деним, кстати, очень симпатичная модель и стоимостью 20 евро. И этот корсетный топ предлагают носить с синими джинсами и джинсы стоимостью 31 евро. Кстати, очень неплохо смотрится. Обратите внимание, кто любит такие корсеты. Летнее легкое платье, ткань вискоза, и это платье расстегивается по типу как халат. Как вы видите, короткая модель и стоимостью 23 евро. Очень красивый топ, ткань лен, на спине видите резинка, то есть для разного объема подойдет, и топ можно приобрести за 18 евро. Также в продаже уже есть и рубашки из льна, вот данная модель в черном цвете, и можно приобрести за 30 евро. Вы знаете, что рубашки из льна на сезон лета всегда очень актуальны,
пользуются большим спросом, и нужно не упустить момента, чтобы успеть их приобрести. Нарядная блуза с вышивкой, много рюш и такая блуза стоимостью 30 евро, хорошая приятная ткань. Очень большой выбор джинсов прямого покроя с необработанным краем разных цветов. И вот еще показываю вам такую модель стоимостью 26 евро. Поэтому выбрать точно что-то можно. Присмотритесь, какая интересная коллекция этот раз в H&M. Есть что купить, много вещей из льна. Обратите внимание, какой шикарный сарафан я нашла. Ткань лен и низ выполнен на подкладе в черном цвете. Такой ненавязчивый легкий рисунок и красивые рукава, пышные. Также на спинке есть резинка, что подойдет на разный объем. И сарафан можно приобрести всего за 50 евро. Посмотрите, какая шикарная модель, которая будет актуальна и модна не один сезон. Ткань лен, тоже преимущество. Также, как и у всех брендов, в H&M есть жакет из денима стоимостью 35 евро. Каждый год эти жакеты выпускаются, перевыпускаются, поэтому однажды купив, можно носить его не знаю сколько лет, всегда модный, актуальный, такая покупка выгодная. Джинсы в голубом цвете с элементами потертости. Здесь, кстати, низ уже обработан. И такие джинсы стоимостью 40 евро. Здесь огромный выбор разных топов трикотажных в разной расцветке. И можно приобрести по 10 евро за топ. Ажурная блуза с вышивкой Ришелье, очень симпатичная модель, посмотрите, выглядит она замечательно и стоимостью 40 евро, тоже такая модель не времени. Вышивка Ришелье всегда модно актуальна, уже несколько сезонов и, наверное, еще дальше будет тоже актуально, на лето очень удобно. Блузу предлагают носить с классическими светлыми брюками стоимостью 26 евро. Еще одна модель джинсов в белом цвете, но здесь край уже обработанный, тоже свободного покроя и стоимостью 40 евро. Но мне кажется, что предыдущая модель с необработанным краем смотрелась эффектней. Еще одна легкая блуза. Посмотрите, сколько моделей в такую легкую расцветку. Все напоминает о лете. И эта блуза стоимостью 15 евро. И на что еще хочу обратить ваше внимание, посмотрите, все летние модели, как правило, сделаны с длинным рукавом. В Германии принято летом носить вещи с длинным рукавом, это уберегает нас от ультрафиолета и защищает кожу. Вы знаете, сейчас век очень много болезней раковых, и поэтому это тоже защита немаловажна.
Эту блузу предлагают носить с джинсами. Джинсы на болтах стоимостью 36 евро, но эти джинсы плотноваты, поэтому на лето, мне кажется, не очень хороший вариант. А так, в принципе, как модель на весну-осень, джинсы очень хорошие, в красивом цвете и очень хорошего качества. Легкая льняная блуза, посмотрите, какая ажурная, стоимостью 20 евро. Стараюсь вам показывать ценники, из какой ткани сделана, и также артикли, чтобы вы могли посмотреть на сайте, если вам что-то приглянулось. А это мы с вами смотрим юбку из денима, немножко клешонная к низу, и юбку можно приобрести за 45 евро. А это у нас пуловер на сезон весна-осень. В светлом цвете, решила вам тоже показать, все-таки у нас еще не лето и еще такие вещи актуальны. И такой вот пуловер можно приобрести за 50 евро. Тренч выполнен из ткани лен и стоимостью 90 евро. Легкое летнее платье. Одевается под низ у нас такое дополнительное платье подклада и стоимость 40 евро из вискозной ткани. И если вы обратили внимание, что ткань сделана как мелкая-мелкая легкая плиссировка, я думаю, что, наверное, его и гладить не нужно, после стирки просто высохла и можно одевать, потому что очень интересная ткань, мне кажется, она даже не нуждается, чтобы ее гладить. Или слегка отпаривать, или можно пройтись. Сарафан выполнен из ткани лен на тонких бретелях. И сзади по спине у нас резинка, что тоже большой плюс, подойдет для разных форм и фигуры. И стоимостью всего 30 евро. Очень симпатичные ткани, такие легкие, ненавязчивый рисунок. Очень удачная коллекция этот раз в H&M, поэтому присмотритесь, что-то можно интересного и недорого приобрести. Тренч в светлом цвете стоимостью 50 евро. Белая юбка из денима, сзади у нас небольшая шлица и стоимостью 30 евро. Легкая льняная блуза, тоже, как вы видите, все в этом сезоне представлено в таких легких цветочных орнаментах, и эту блузу стоимостью 15 евро, очень хороший вариант на лето. Льняной жакет в светлом цвете стоимость 40 евро, очень большой выбор льняных изделий в магазине H&M, поэтому заглядывайте и выбирайте. Очень интересная блуза, наверное, ткань лен, тоже видите, вышивка ришелье на рукавах и также внизу немножко украшена вышивкой. И такая блуза стоимостью 50 евро. Юбка выполнена из ткани лен стоимостью 35 евро. Я вам раньше показывала топ, а про юбку пропустила, прошла мимо. А она заслуживает внимания, поэтому я решила вернуться и показать вам эту шикарную юбку и топ, который подойдет к этой юбке.
Легкие воздушные платья на сезон лета очень подойдут на побережье с вышивкой в красивом голубом цвете и стоимостью 30 евро. Из такой же ткани, тоже с вышивкой ришелье, есть блузы, но блуза укороченная подойдет под джинсы с высокой талией и блуза стоимостью 40 евро. Льняные легкие платья с вышивкой на тонких бретелях, но модель, видите, короткая, стоимостью 50 евро. Сарафаны держатся только на груди и за счет резинки, которая на спине облегает удобно фигуру. И такое платье с вышивкой можно приобрести за 60 евро. Симпатичная модель. Очень красивая нарядная юбка. Верх выполнен из ажурной вышитой ткани. И стоимость юбки 50 евро. Обратите внимание, может кому-то на какое-то мероприятие нужно приобрести вещи. И вот очень прекрасный, хороший вариант. И стоимость, еще раз напомню, 50 евро. Легкое ажурное платье с вышивкой. Такую модель мы с вами уже смотрели в голубом цвете и есть в белом, стоимостью 30 евро. Как вы видите, коллекция очень хорошая, много чего можно выбрать, но и, конечно, недостаток этих брендов, они очень быстро раскупаются, поэтому заходите на сайт, если вам что-то приглянулось, заказывайте, или заходите в магазин, если у вас есть поблизости такой вот магазин, потому что здесь очень быстро меняются коллекции, и нужно успеть, если что-то понравилось. Серьги, жемчужины, и вот продается две пары, побольше жемчужины и поменьше, стоимостью 6 евро. Такие серьги стоимостью 9 евро. Цены на аксессуары в H&M недорогие. Такие серьги в желтом цвете. Кстати, очень симпатичная модель. Тоже стоимостью 6 евро. Цепочка с бабочками, такая летний вариант, тоже стоимостью 6 евро. Цепочка с сердечками небольшими, тоже стоимостью 6 евро. В принципе, аксессуары очень приемлемые цены из всех брендов, что я вам показывала, Манго, H&M и Zara, у H&M дешевле всего. А здесь цепочки уже пообъемней, и цена за цепочку стоимостью 9 евро. А здесь такая подвеска из огромных жемчужин. Тоже видите, как и у Зары. И такая вот подвеска с жемчужинами стоит 10 евро.
Также в магазине есть и капы. Посмотрите, какой огромный выбор. И вот такой целый набор стоимостью 8 евро. Серьги с жемчужинами стоимостью 10 евро. Ну а на сегодня я буду заканчивать свой влог. Очень длинный сегодня получился, потому что много было интересных моделей. Все хотелось вам показать, чтобы вы посмотрели цены, как они смотрятся, из какой ткани выполнены. Это все немаловажно при покупке. Или просто прогулялись. Не забывайте поддержать меня лайком, комментарием, подпиской. Всем вам огромное спасибо. До новых встреч в новом видео.